Що робити з війною усередині нас? Бо боротьба фізична йде не лише на фронті, вона має ще й психологічні наслідки. Про них ми зараз поговоримо з психологинею Наталією Ломоносовою. Вона доєднується до нашого ефіру. Пані Наталія, добрий день, вітаю. Добрий день, доброго дня всім. Найперше питання, звісно, яким чином контролювати стрес у часи війни, аби він не призвів до нервових зривів і якихось ще там наслідків серйозних? Так, ви праві, бо це дуже серйозно. І насамперед треба пам'ятати, що це може стати звичкою. Тобто ми маємо побороти свого внутрішнього ворога. І що ми маємо робити? Фізичні вправи – це дуже корисно. Дихальні вправи. Правильно дихати і фізичні вправи, тобто займайтеся фітнесом, займайтеся чимось, що ви можете. Може ви працюєте на городі чи просто гуляти. Треба, пойміть, тривога, вона сидить в тілі. Її обов'язково потрібно мишці, працювати мишцями і, в общем, її випускати. Второй момент, він дуже важливий, твій собственний режим, тому що я – це не вещь, я – це процес постійний, тому верніть собі сон. Тобто не можна не спати ночью. Верніть собі сон, верніть собі правильне питання, обов'язково фізичні нагрузки, обов'язково хоча б один час в день робити щось для себе. Щось, що ви любили робити до війни. Что-то, что приносило вам, на чем душа отдыхает. Знаете, кто-то вышивает, я не знаю, кто-то рисует, кто-то читает книгу. Может быть, это выглядит как-то странно, но это очень нужно, это важно. В этот момент вы говорите самому себе, что я себя люблю, я даю себе отдохнуть. И должно быть сострадание к самому себе тоже. Не только ко всем. Это второй момент. И третий момент, конечно же, воспользуйтесь, сейчас есть, открываются центры, и очень много психологов работает, потому что нужна психотерапия, нужно себя, в общем, контролировать, потому что нервные срывы и вообще душевная боль – это очень серьезно, и очень часто бывает такое. Мы как бы делимся своими эмоциями, и другой человек говорит, да, это типа ерунда, вот у меня… Поймите, вот эта способность справляться с чувствами, она у каждого индивидуально. И вот если вам больно, значит, это больно. Вы внутренне можете померить как бы вот от 0 до 10. Если ваша боль больше 5, то это уже значит, нужно обратиться, искать помощи. Эта помощь сейчас, ее легко найти на сайтах, в интернете, возможно, телевидение. Может, то есть эти реабилитационные центры и психологическая помощь, они есть. Лучше обратиться к человеку, который поможет. Поймите, это не просто болтовня поговорить с психологом, потому что один из основных признаков вот там посттравматического стресса – это избегание говорить о том, что у тебя болит. И чем дольше ты избегаешь, чем дольше ты закрываешься в себе, тем больше нарастает, чем больше фокусируешься на этом и думаешь, что можешь решить сам, тем хуже становится эта проблема. Очень важно идти к людям, очень важно говорить. Четвертый момент, конечно, если очень сильно, то не нужно пренебрегать медикаментозным лечением. Однако его должен и обязательно посоветовать специалист. Не занимайтесь самолечением. Для самолечения я бы сказала так. Помните, что сон лечит. И первое, что нужно сделать, это восстановить сон. Во сне психика не отдыхает, а во сне психика занимается собой. Вот если днем мы можем заниматься другими, я как бы, да, то во сне психика занимается исключительно моей жизнью, я, моей проблемой. Вот почему, например, когда люди, то есть война, потрясения, потери близких, потери жилья и всего, что было, на самом деле настолько сильно травмирует, похоже на фантомные боли. Понимаете, вот как у человека там отнимают руку или ногу, всем известно, это фантомная боль, то есть еще очень долгое время организм и психика привыкает к тому, что этой части тебя нет. И человек бывает спит, а просыпается еще более усталым, потому что во сне он работал. Простите, потому что во сне его психика работала, справлялась с тем, чтобы изменить этот психический образ «я» и «моей жизни». Очень важно, чтобы сохранять. То есть что может помочь еще? Первое и самое главное, помните, мы на самом деле гораздо сильнее, чем кажемся себе. Нужно искать свои сильные стороны. Нужно все время стараться находить положительное, как бы вот, как бы это странно ни звучало, находить положительное в том, что есть. Если
а ты избежал чудом смерти, ты начинаешь больше ценить настоящее, на самом деле, то, что имеешь. Как правило, у человека возрастает уверенность в себе. И, ну, не пугайтесь этого назвать, там, слово, там, посттравматический стресс. На самом деле, только 30% по статистике, как бы, травмируется. И для этого у человека должна быть уже предопределенная какая-то, вот, ну, в общем, история. Он должен быть вот такой чувствительный. 70%, как правило, показывают посттравматический рост. То есть человек становится сильнее, увереннее в себе, у него уходят лишние его страхи и волнения, вот это что обо мне скажут, или как я выгляжу, или еще вот это всякое, вот то, что было до войны. А человек начинает больше ценить свою жизнь, лучше понимает, что на самом деле ему именно нужно для жизни, начинает все силы вкладывать в настоящее, и в этом смысле начинает очень сильно расти. Поэтому верьте в себя, обращайте, знайте, ищите свои сильные стороны. Они прямо сейчас, вот в такой ситуации, как мы все переживаем, они и проявляются на самом деле. Потому что в обычной жизни, в мирной, как правило, мы не знаем о своих сильных сторонах и больше занимаемся своими недостатками. Ну и что еще? Если совсем больно, ищите, во-первых, всегда идите к людям, не замыкайтесь к себе. В себя. Идите к близким, если они не принимают, идите к тем, с кем можно поговорить. Еще раз, эти психологи сейчас открыты. И последний момент. Найдите того, кому хуже, чем вам, и помогите. И тогда тоже становится легче. Пані Наталя, у нас залишається не дуже багато часу, але я підтримую абсолютно вашу тезу про необхідність щоденної рутини і роблення того, що ми робили до війни. Але іноді цю оболонку може руйнувати елементарний страх. А як побороти страх? Багато людей просто не знають, як з цим, що з цим робити. Вообще страх – это нормальная реакция, нужно понимать, то есть первое, что нужно себе сказать, перестать бороться со своим страхом, принять его и сказать, это хорошо, потому что это защитная реакция. Другой, второй момент, нужно задать себе вопрос, чего именно я боюсь, потому что страх, он не общий. И нельзя сказать, я боюсь войны или там буду. Вот у каждого человека есть свой собственный ответ, чего конкретно я боюсь. И найти ответ. Третий момент. Нужно оспорить эти мысли, потому что страх, должен отличать страх от реальной угрозы жизни. Страхи – это мышление, как правило, там вот что будет в будущем, справлюсь ли я, то есть страх себя, страх будущего, страх потери чего-то, то есть опять же, там, смогу ли я без этого быть и все такое. И с этим нужно уметь работать, как правило, то есть если очень просто сказать мысли, страхи, нужно противопоставлять мыслям, фактам. Например, там, ты боишься того, что ты не справишься. Но тогда посмотри, уже, во-первых, 100 дней, как более чем 100 дней идет война, и ты справился. Раз ты есть, раз ты вообще такой разговор с собой ведешь, значит, ты справляешься, ты остался жив, ты поддерживаешь себя, поддерживаешь своих близких и делаешь еще что-то полезное для общества. Значит, ты справляешься. До этого, до войны, наверняка, там, сколько тебе лет, там, 20, 30, 50, значит, ты же как-то сюда пришел, значит, ты справлялся со своей жизнью и справишься и дальше. Третий момент. Жизнь, на самом деле, не обязательно будет хуже, чем есть сейчас, а может быть и лучше, чем есть сейчас. Ведь это лишь, всего лишь вероятность. Почему сразу думать о том, что будет все плохо? А, на самом деле, может быть гораздо лучше, чем есть пані сейчас. Пані Наталі, на жаль, завершується наш ефірний час з вами. Це дуже цікава розмова. Я закликаю вас за можливості включитися до нас іще. Ви розповідаєте дуже цінні для нас усіх і для мене особисто речі. Дякую вам дуже за розмову і за ваш час. Це була Наталія Ломоносова, психологиня. Все буде Україна, однозначно.